Нам надо найти реального изврата и очистить добрый имидж Джимми. Может, он и есть? Так, а? Это шкафчик Тайлера. Попробует. Ладно. Ух ты! Кёртиса, у него в четверг день рождения и... Если ты не против, Тодд, в этот раз мы хотели бы устроить ему что-нибудь менее... опасное? Нет, стой, пардон. Больше. Мы работаем вместе, а не огненную. Кажется, Тодд решил серьезно подойти к этому вашему противостоянию. К какому противостоянию? Мы работаем сообща. Если хочешь обломать Тодда, предложи в виду вечеринку для двоих. Не дошло? Для двоих? Дружбе конец. Смотри, кто-то оставил ботинки в холле. Ага, вместе с ногами. Да, и почему ты плачешь? Вечеринка не отменяется.